в некоторых странах завели пренеприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии скажу, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.